Развивать некоммерческий сектор на селе. Задача для глав муниципальных образований была поставлена на заседании по развитию гражданского общества. По итогам докладов сделан вывод, что некоммерческие организации работают эффективно. Взаимодействие с органами власти, грантовая поддержка из окружного бюджета вносит неоценимый вклад в развитие данного направления. Заседание Совета проводится дважды в год. Главы муниципалитетов участие в нем приняли впервые. Их призвали включиться в поддержку некоммерческого сектора и к участию в благоустройстве своих населенных пунктов. Я хотела бы опять же обратить внимание, да, действительно, территориальное общественное самоуправление, которое может делать у нас игровые площадки, благоустраивать поселки, строить мостовые и много-много чего еще в рамках благоустройства своих территорий с участием жителей. Кроме того, Ольга Старостина отметила необходимость наладить взаимодействие с молодежной палатой, чтобы она стала той площадкой, где могли бы собираться представители некоммерческих организаций и решать необходимые вопросы.